Где кого посмотреть? Вот здесь вот. На дороге он бежит один. Так, по мне и фабла уже. За магазином пробежали вроде. Ну, давай, да. Тот перебегает, бля. Калаша? Сколько метров? 150 метров. И взял тут сидит. Надо вашего очень сильно. Надо поднять, ребят. Надо это у кого машина на пробежал. Блин, вот в этом доме. Да, да, и в том тоже я вижу. Он в трешке, в трехэтажном доме. Там еще один есть, вот тут. Не вижу. Добил? Хорош, два нока, ребят. Два нока? А там еще бегает, там еще чел бегает. Бля, надо поднять, ребят. Да, хорошо. Да, да, подниму, подниму, Джекич. Крым, он тебя чекает, аккуратно. На крыше. Едьте, 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 да, поднимайте. Да, да, сейчас, 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 сейчас. Живи, 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 родненький. Бля, Драгон, блин, ты успеешь. Короче, не, успею, я похуй, я вот так вот прям через Крым пролечу, блин. Да, он тебя не высадит. Нихуя себе. Блядь! Говорю, что подниму, блядь. Так, смотрите, двоих я убил, как я понял, или нет? Два килла пришло? Нет, один килл, подожди. В чем проблема? А что за прикол тогда? Их что-то там очень много дотекало. Ладно. Вот здесь чел, вот здесь чел. А сколько киллов у кого? Ноль. У магазина прям в углу вот тут стоит. Понял. Он пытается в киткат пройти, наверное. Да, здесь двойка у меня. Поднялись, походу. Зона подходит. А в трешке остался чел или нет? Да, да, да. Нет, он ушел, ушел. Куда? А, ушел? Окей. Да, вот он в магазин на углу стоит. Я к вам пройду сейчас. Да, видел, на киткатах бегают. Мне закинуть больше ничего. Блин, они боты на самом деле дикие вообще. Но кнопки откати. Надо решаться, ребят, что-то делать. Я в киткате больше не слышу никого. Есть, есть, вон он. А, да, едет, едет, есть, есть, есть. А, блядь, нихуя баночка ко мне залетела. Из туалета, блядь. Здесь в одноэтажном туалете. А, да, он, ебать, там пикается, стоит, блин. Ног в туалете. Киткат надо еще раз. Киткат продамажил очень сильно красный. Похожу. Двое топают. Он меня откинул, она. Откидывает жестко. Надо кого-то кому-то ее нокнуть. Что-нибудь закиньте им, нет у вас ничего? Нет, это не грел. Маркус, правом, аккуратно. Нет, правом, Нокнул на втором этаже. Все, надо идти. А, вот он, вот он, вот он. Хорош, все, все. Маркус, какие душнилки, пиздец. У меня не боты, на самом деле. Там этот чел как ходил по дому, это просто забейте. Блин, нам желательно, конечно, в ту сторону перемотнуть. Поехали, нет? А как будем ехать? Прям через мост на покер? Да. Ну, я сейчас попробую поехать. А куда-то заезжать? Куда-нибудь. А народу, блядь, 50 человек еще. Да в любой прям дом, блядь, крашнулся. Марк. Прям в любой дом.
Пока любой дом чревато. Да даже на госпиталь можно, блядь, заехать. На горе стрелось. Да. А, меня откинуло, я понял. Батя скидывает. У меня фри в ангарах. О! У нас на контах. Пустые какие-то. Блять, ну это, конечно, позиция такая интересная, блядь. Здесь машины хотя бы спрячем в ангарах прям. У нас госпитали работают. Да. Был, пока вы не поехали, тут вообще никто не стрелял, чтобы вы понимали. Проблема, у нас Сатька застрял. Мотать медали. Дури. О, нихера себе, блин. Че это было? Я не знаю, тупо тачку назад откинул. Ну и все, мы центр зоны, считай. Держи, да, вот. А есть бинты есть у кого-то, нет? 19 штук. Я вообще просто... У меня закончились просто. Думал, что-то бинтами залечиться, а потом что-то... Бац, бинтов нет. Я думаю, надо конты... А не видите на горе никого, на госпитале на горе? Я не хочу вот открываться, смотреть между. Не, ну от третьего лица посмотреть, я... гору. Не-не-не. Пока не вижу. Пока не видно. Ну все. Прям на самом это, господи. Мы, смотри, зоны, мы идеально сидим. Нам сейчас со стороны госпиталя вот могут, если кто-то поехать. Воткнуться, да. Что тут есть еще нибудь? Здесь лутали уже. Еще вот эти кемпы. Да, баги. Да, вот здесь чекает. У нас люди. Баги горку чекает. Да. Не это. Давайте без ребят, Серег. Напряженный момент. Априори уволил быстро. А, вот он стоит на горе. Да-да-да, пока не полиция, может заезжать будет. Да, вот здесь еще люди. О, аккуратно. Тут еще люди, да. Но те вряд ли поедут к нам через весь этот. Не. Они в зоне что-нибудь. Вы поехали. Смотрите пока только там, где могут поехать. Блин, а чё такое фризит? Вот здесь машины едут. Едут. Зря вы начали стрелять. Отпугнуть. Они заехали. Мать, дать я там урона сейчас раздал, нахуй. Короче, кемпы заняты у нас. Война, вот здесь люди. Они падают, крашутся. За камнем ног. А где багетка? Багетка спрыгивала к нам вниз. Блять, ебать вы тачку тут поставили, парни, пиздец, блять, честно. Вот типы фулопа не сидели, если как вы увидели. Ну как, блин, мы тебя поменяли фулопа. Ты метку поставил, она за горкой, блядь, юпа. Понял. А это мне килл пришел, что ли? Я нокнул. Вот они едут. Крутят. А у нас вот здесь дымы, слышите? Они у вас. Вообще, у меня такие лаги просто. Та же хуйня. Есть не лаг. Баги туда залетели, типа, понимаете. Блять, это... Мы в зоне. Парни, у меня вот тут два кента. Хорош, Джек. Давно. В дымах? Да. Я сюда подъехал, ребят, на этот... Без колес. А чё так лагает? Машина поехала, баги.
типом едет. Без типа. Хорош, да. Дососал. Все, убил. Его нокают. Его убили. Здесь убили. Блять, сука, я видел. У меня ведь сразу двойка откидывает, что за хуйня? У нас вот здесь дымы что-то. Да, там люди, в ЛГшке. Это ЛГшка, там люди. А здесь тело еще живет. А тут тело еще вот живет. Вот здесь вот еще человек. А че так фризит, а? Нереальные лаги просто, пипец. Вот здесь тип у меня стоит. Раздал там. Погиб, пролетает. Ребята, у нас спина не в зоне, кстати. У нас вон там дымы. Баги завелась. Где-то сзади. Зона пошла, потому что. Блять, они там все под дымами проходят. Баги поехала. Баги уехала. У меня вот здесь дымы что-то. Да, вот здесь в грибке человек, аккуратно, на втором этаже. Зона ушла. Нормально, зона, нормально. Какой нормальный у нас здесь играть? Вот чел сидит. Вот в этом доме. Блять, а грибок этот в зоне, блять. У нас вот кемпы, вот эти вот два кемпа, они в зоне, они нас крыть будут, пипец как жестко. Да, вот эти капланы вот здесь. Нахуй выбить одного. Они у нас вот тут под забором кемпы. Тут что за тачка стоит? Да кто-то смотрел вообще или нет? Вот тут под забором поднимается. На горе живут. Парни, 20 секунд. Да, надо что-то делать. Что-то делать будем, что будем делать? Да мы не будем знаю. Сейчас кидать и впереди под машину жить. Потому что сейчас город сейчас будет выпушивать грибок. Блять, сука, сядь ты. Прям садись за руль ты. Ну и что делать? Вот тут дерево у вас впереди, блядь, есть, я дымы накидал. Блять, у нас на кемпах есть, блять, пиздец, да. Кенты. У нас гриб еще есть. Мотать! Зона к нему. А, нет, не к нему шла. Вот. У меня еще один дым есть, если хочешь, забери. Тихо, у нас вот тут вот люди. У меня баги целая. Он пытается прострелить. Я напиздел, не целая. А в грибке крыса сидит. Он поехал, все поехали. А, да, сидит. Я тебе попался.
успеть. Мне можешь успеть подняться. Они дымы кидают. У меня есть дымы. На, кидай дымы пока. Вперед кидай. Юб, хилься пока, подожди. Смотрит. Я ему въебало дал, сука, как? Вообще без ебала. Скинь дымы под себя. Да, я в ноке, блядь. Просто иди уезжай, два дыма. Скинь мне дымы. Скинул? А чё взять не могу? На себя забайтил, не убил? Нет. А всё, не успеешь. Ну, смотри, блядь, дурачок здесь. Он от зоны сдох только что. Я ему там голову поставил, два тела, типа. 900 урона я настрелял, покинь. У меня просто... Я такой смотрю, я такой один. А, топ-3, ну нормально еще.